Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и на моем канале я показываю вам ваши заказы, которые вы через меня же и заказываете. Сегодня у нас сумочка новенькая, поедет к девочке. Эльвирочка, вы у нас из Москвы, по-моему. Она ее выбрала на сайте Farfetch. Я этот бренд слышу, вижу впервые и щупаю тоже. И, соответственно, вам я тоже не показывала. Ну, кто-то может быть в курсе, и мне сейчас скажут, что «Ирина, как ты могла не знать?» Я могла. И начну я показ этой сумочки с ее пыльничка. Proenza Schuller White Label. Вот вы просто здесь на пыльнике хорошо видно название. На самой сумочке мелкие эти буковки, поэтому я захотела его вам показать. Пыльник такой довольно-таки оригинальный, большой. У него вот здесь шнурок. Шнурок, ленточка, большая ленточка вот здесь вот вставлена. Вот такой вот он классненький. И вот этот вот бренд. Там несколько сумочек. А, на сайте Farfetch тоже бывают скидки. И вот эту конкретно мы купили со скидкой. А сколько у нее была цена? Я знаю, что мы ее за 177 купили. А я вам 395, по-моему. И сейчас она, по-моему, тоже 395. Я вам сейчас вот сюда вот вставлю с сайта вставочку, или сюда, где у меня обычно получается, вот, и там будет видно как раз стоимость ее, которая она сейчас, и цвета, которые у нее есть. А мы с вами рассмотрим вот эту зелененькую, которую мы купили со скидкой в 40%. Следите вы за скидками, как правило, сами. Я всегда даю наводку, если я знаю, где скидки есть на интересные нам модели. Вот, но очень часто вы сами заказываете, и я... Заказываете у меня, я заказываю, и у нас есть возможность всем вместе рассмотреть эту сумочку. Смотрите, какая оригинальная камера. Очень нежная у нее кожа. Прям аккуратненько я ее аккуратненько приготовила перчатки одеть. Но мне прям так неудобно, думаю, ну ладно, я прям буду очень нежненько. Но сегодня без перчаток. Смотрите, какое интересное исполнение у нее. Ну вот здесь вот, где вставлена бумага, здесь понятно, что вот этот ремень, он... как бы продет, не пришит. Вот, он пришит вот здесь, и, соответственно, он вставлен в пришитый, как это сказать, вот в эту трубочку. Вот эта красавица, вот смотрите, название, где у нее написано Proenza Schuller White Label. Что уж там за Schuller? Вот эта камера, она очень вместительная, потому что она хоть и маленькая, но видно, что она довольно-таки широкая, поэтому, в принципе, все дамские штучки-дрючки в нее поместятся. Кожа очень нежненькая, очень приятненькая. Я думаю, что хозяйка будет с ней очень аккуратно, и она ей послужит долго. Цвета очень приятные. Так, давайте с кармашков начнем, а потом уже ремень вам покажу. Кармашки. А вот вам будет не видно. Ну, вот этот получается на передней стеночке, да, поскольку вот у нее название здесь, значит, будем считать, что это передняя стенка. Не вижу никаких карманов там. Подкладка черная. И второй отдел, вот они вот под замочками, вот так вот отдел, у нее очень интересные собачки. Имеет вот здесь вот накладной карман. Вот он из этой же кожи, на котором тоже есть название этой сумочки. И он не очень большой кармашек. Здесь лежат документики, описание какое-то. Что-то написано, не читала. Надеюсь, хозяйка сама знает. И посмотрите, какие у нее оригинальные собачки. Ну, вот я сейчас одну сниму. Вот такие вот... ну, это не хвостики, это больше петельки, наверное. Кожаные. Прикреплены вот к этим собачкам. Собачки в защите. Видно, что фурнитура серебряная. Так, а как нам тебя закрывать теперь? В пустом-то виде. И вот они с одной стороны, вот эти вот две штучки будут вот так вот болтаться. Я так думаю, что мы их лучше разглядим на... Не хочется мне вторую снимать защиту. Лучше разглядим на сайте. Но мы теперь во всяком случае знаем, что. И вот этот вот ремень... который продет по всей сумочке, он переходит в длинный ремень, то есть получается это кроссбоди, и он с регулировкой. Вот я вижу эту регулировку, как мне не хочется снимать
Ну, я и не буду снимать. Вот он, вот такой же толщины, на всю ширину идет вот этот ремешочек. И вот так вот это кроссбоди будет смотреться на своей хозяйке. Вот такая вот нежная красота. А у нас сегодня в ролике еще будут... Давайте несколько очков вам покажу. Пришло, конечно, много, всех просто не покажешь. Вот. И еще кое-что по теряшке спрошу у вас. И напоминаю, что очки всякие разные. Мы заказываем с вами на сайте Gemashop. Вот эти очки у нас от Gucci. У них никогда нельзя заказать футлярчик, какого цвета придет. Уже какой пришел, такой и пришел. И всегда есть еще дополнительные мешочки. Они всегда в цвет футляра. Вот если этот футляр вот такой сиреневый, то и мешочек у них тоже сиреневый. Конкретно вот эти стоили, по-моему, 114, потому что я перед этим уже показывала и желтые, и серые. А вот таких у нас в обзоре нет. И вот девочка сейчас свои очки имеет возможность разглядеть. Легенькие такие, обожаю легкие очки. Так, я уже тут пораспаковывала дальше, чтобы не отнимать время ваше. Что следующее я вам хочу показать? Давайте покажу, наверное, Сен-Лоран. Вот в таком они пришли. Так, там платочек, вот в таком вот чехольчике. Еще отдельно документики. Они все запакованы в пленочке. Я просто их распаковала. Ну, как бы, наверное, нет смысла это все показывать. Но вот эта вот красота стоила $144. Это со скидкой. Мы их, естественно, там покупаем. И это до налога. Вот здесь вот видно эта надпись. И давно мы такие подобные очки не примеряли. Сейчас мы можем это сделать. Смотрите, какая. Люди в черном. Да? Такие у них там очки были. Такие прям темные-темные, шикарные очки. Вот эти мне, наверное, и не идут как раз. Брови у меня выскакивают выше. Как-то некомфортно я себя чувствую, но очки классные, но мне на мое лицо не подошли. Ну, или мне так кажется. Вот, потому что, ну, обычно знают. Мне очень нравится, не хочу даже из рук выпускать. Они так сделаны, классные. Вот этот вот у них оттенок такой, вот у этого металла какой-то такой оригинальный. Вот, хочется их трогать, но примерять они мне не хочется, потому что, мне кажется, я в них как-то смотрюсь некрасиво. И еще одни очки от Gucci тоже. Вот эти пришли уже в желтом футлярчике, тоже они вот все в пленочке обернутые. Вот эти очки подороже, у них, наверное, скидки не было. Вот все-таки мы заказывали, вот эти, по-моему, $114. Те, которые мы с вами желтые и серые заказывали, были тоже Gucci. $129.50, а вот эти $199.50. Это вот такие вот очки. Эти без силиконовых держателей. Вот такие вот дорогого вида. Ну вот у дорогущих-дорогущих очков и нет как раз вот этих силиконовых. Ой, как удобно сели. Вот это село. Вот, видимо, мне не нравится, если брови мои открываются. А вот это вот закрыты брови, и прям мне комфортно. Или размерчик мне, наверное, большой нравится. Ну, это же мы каждый примеряет себе и смотрит. Так, это мне идет, не идет. Кто-то может сказать, да ты что, тебе наоборот идет, бери там, да, покупай себе такие очки. Мы говорим, нет, мы сами лучше знаем. Так что вот мы каждый сами лучше знаем, кому что идет, кому что не идет. Так, это у нас с вами были Gucci. Есть еще одни волшебные очки от Versace, тоже дорогие. А сколько они у нас стоили? Сейчас я посмотрю. $119. Они пришли в коробочке, в футляре. И имеют вот такой вот шикарный вид. И хозяйка, заказывали мы их в накладной, написано 14 января. И я помню, что я когда заказывала их, ну, нельзя не запомнить такие очки. Иногда бывает много заказов, и не запоминаешь, кто заказывал. Вот эти, естественно, ни с чем не спутаешь, потому что, ну, не каждый такой смелый, кто может в таких очках ходить. Ну, вот я бы могла бы, мне очень нравится. Вот, но я знаю, что многие будут считать, что это слишком. Ну, это же от Versace, смотрите, какие шикарные. Но теперь последний вопрос. Хозяйка, отзовитесь.
где я записала вас. Они у меня уже пару дней, и я никак не могу понять, чьи они. Может быть, я не очень хорошо, конечно, листала. Сейчас вы мне напишите, и я, конечно, найду, где вы у меня записаны. Как у меня бывает, это редко, но бывает. Вот. Но я думаю, что хозяйка этих очков... Они вот стекла у них не протерли. Но я уже не буду протирать, будете сами протирать. Ой, какие интересные, какие прикольные. Вот такие у нас с вами подсмотрелки получились. А я сейчас вам, знаете, раз уж я начала спрашивать, я распаковала, еще пока не посмотрела. Но сейчас, может быть, задам этот вопрос здесь, и вы мне сами признаетесь. Сейчас и вы мне признаетесь, и я заодно всем остальным покажу наше с вами поло. 15 января на сайте Macy's мы заказывали. Кому-то не записала я. В размере М. Вот такие красные. Вы на мне видели. Вам всем тоже очень понравились. На мне была вот такая черная. Вот с таким вот логотипом. Вот. И вот эти две штучки в размере М-ки мы с вами получили. Я получила. И не знаю, чьи они. Вот так иногда у меня бывает. И, ну, я, конечно, найду. На всякий случай спрошу у вас, чтобы вы мне отписались. И похоже, это сайт с XPM, наверное, потому что как бы амазоновский пакет доставки. Двое джинс. То ли одинаковые, то ли просто похожие. Вот. Наверное, с XPM это сайт. Но не могу понять тоже чьи. А размер у них... Сейчас скажу. 29-го они размера. Вот эти даже 29-34, а эти просто 29. По-моему, одни как бы черно-серые, вторые темно-темно-синие. Найдитесь, пожалуйста, хозяйка, выручайте меня. Всем всего доброго. Наш ролик на этом заканчивается. Берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Всем шикарных-шикарных выходных. Пока-пока.